мне, честно говоря, не кажется, что Нина Донис противостоит каким-либо принципам, каким-либо тенденциям. Мне кажется, что это очень профессиональный дуэт людей, которые преданы моде, которые в ней работают довольно много лет, уже больше 10. Они практически без исключения показывают оба сезона раз в год, что, с моей точки зрения, достаточно профессионально. Когда мне удается сделать в период русской недели моды, наверное, на это есть какие-то объяснения, которые, собственно, есть у многих других дизайнеров, которые тоже показывают вне недели там, русской моды или моды в Москве и так далее. Они мне очень интересны, я очень люблю то, что они делают. И мне особенно понравилась предыдущая коллекция, и поэтому мне очень интересно, что они сделают сейчас.